сотрудником полиции. Ясно, да? Спасибо. То есть закон вы не имеете, вашу вещь, да. Да, вы не имеете права, статья 54, да, федерального закона, если вы знаете. То есть все мероприятия должны быть согласованы с администрацией. Понятно? Это не мероприятие. Я говорю, если будут проводиться какие-то мероприятия, они должны быть согласованы. Если они не согласованы, значит вы нарушаете федеральный закон. Что улыбаемся, Маша. Добрый день, полиция. Соблюдемся по всем мероприятиям, конечно же, вас об этом уведомят. Ну все, мы посмотрим, да? Да, совершенно верно. Ну, да, конечно, смотрите, мы рады всегда. Конечно. Мы тоже самое. Гостям. Мы тоже самое. Ну ладно, все. Смотрим. Раздача, вот, на покой.